Они готовы уже на садку машину испытывать, как бы, если она себя хорошо ведет. Я понимаю, когда речь пойдет о презентации или там все равно вообще испытание ихнего доп. Оборудования, что же надо, как бы, это нам делать, да, прежде чем презентовать машину. И вы тоже, как наука, на одном месте не сидите, да, вы все время эти машины дорабатываете. Вы хотите поставить ее на садку и посмотреть, как она будет вместе. Конечно, оттуда плясать, мы работаем парами. Приехали сюда к ребятам для того, чтобы, во-первых, посмотреть и послушать, что же на самом деле необходимо тем людям, которые находятся на передовой. И у нас компания занимается модернизацией зенитной артиллерии, да, то есть, соответственно, зенитная установка, 23-миллиметровая спаренная зенитная установка. Мы ее усовершенствовали и, собственно говоря, хотели и предлагаем, да, ребятам, чтобы они ее попробовали в боевых условиях, и с нашей точки зрения она достаточно должна себя хорошо показать. На самом деле надо отдать должное, во-первых, Чеченская Республика, ну и в частности руководство Чеченской Республики, на самом деле прогрессивно занимается этими проблемами с точки зрения, во-первых, скорости принятия решений, технических решений, причем сложных технических решений. Университет спецназа, да, он имеет заслуженную славу, и ребята боевые, которые непосредственно сами находились и находятся сейчас в зоне СВО, да, они нам рассказывали, и, собственно говоря, мы это и восприняли, да, что необходимо для того, чтобы наша установка была полезна.